Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Господа, не все доисторические животинки встречаются только в книжках или археологах. Некоторые вполне себе живут и здравствуют не один миллион лет. Эти животинки еще и нас переживут. Встречайте мечехвостов, отряд водных хелицеровых из класса меростомовых. Названы они так потому, что у них имеется длинный шип, который растет из задней части туловища. А еще у них есть огромный панцирь. Сами же мечехвосты относятся к родне паукообразных. Данный монстр обитает у берегов Северной Америки, Дальнего Востока России и Юго-Восточной Азии. Является одним из древнейших живых существ на планете. Мечехвосты живут на Земле уже около 400 миллионов лет. Не то что некоторые. Сразу скажу, в настоящий момент мечехвосты близки к вымиранию, и осталось всего 4 вида этих прекрасных существ, причем двуногие неплохо способствуют их уничтожению, потому что мечехвосты – это промысловые животные, которые идут на удобрение, да? А также их используют в фармацевтической промышленности для исследования препаратов на чистоту. А еще жестокие и беспощадные азиаты их еще и едят, хотя проще сказать, чего азиаты не едят. Современные мечехвосты могут достигать 60 сантиметров в длину. На огромном и толстом щите у мечехвоста находится 4 глаза, которыми, как предполагается, он видит ровно ничего, однако эти глаза способны улавливать движение и изменение концентрации некоторых веществ в окружающей среде. А вот длинный шип нужен им для того, чтобы зарыться в песок и спрятаться там на какое-то время от врагов. Мечехвосты дышат жабрами, но могут и бегать по суше, что не совсем безопасно для их доисторического хвоста. Дышать же на суше им позволяет специальное строение жабр. Эти жабры створчатые, и дыхание может осуществляться до тех пор, пока эти створки влажны. Несмотря на то, что на первый взгляд мечехвосты – существа страшные и неприятные, в душе они очень добрые. И это страшное доисторическое существо никогда не укусит вас. Мечехвосты обычно едят моллюсков, водорослей, икру, рыбу и разлагающиеся трупы всяких организмов. Голые обезьяны им не интересны. Мечехвосты раздельно полые животные, однако любовь у них не особо интересная. На зов о продолжении рода самцы и самки откликаются, начиная с 10-12 лет. Самочки по прибытию на место передачи своих доисторических генов откапывают небольшие ямки и выкладывают туда яйца, а самцы их оплодотворяют. Спустя 6 недель вылупляются детишки, которые проходят процесс метаморфозы. И еще недельки через 4 впервые сбрасывают панцирь, так как он расти вместе с ребенком не хочет. К слову говоря, мечехвосты могут до пары десятков раз за жизнь менять свой панцирь по мере роста. Кстати, мечехвостов еще можно держать в качестве питомца в просторном аквариуме с соленой водой и большим слоем песка, чтобы ваш питомец мог закапываться. Кормить их можно мелко порубленным мяском. В неволе они не размножаются, хотя такой питомец долго будет вас радовать, ибо живут они до 20 лет. А еще стоит отметить, что у мечехвостов голубая кровь, и это очень интересно, ведь на вид это выглядит действительно инопланетно. На самом деле такой цвет является результатом большого процента меди в организме животного. А какие еще доисторические организмы, дожившие
до наших дней вы знаете, напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!